Ну что, всем снова привет. Я надеюсь, меня слышно все. Вот, сегодня 8 июня 23 года. Сегодня театр. Еду в театр в Юпе. И примерно 25 километров ехать. Ну и обратно также. Так что я сейчас нахожусь как раз дома, где велосипеды все стоят, паркуются. Собрал своего железного коня, все перебрал. Каретку тоже смазал, перебрал, хорошо работает. Мне уже выезжать, ехать 2 часа. Все, погнали. В офис сообщить, что я на велике поехал в театр. Автобус 5 придет и будут собираться все. А я сейчас на своих колесах двух поеду дальше. В Эсмарке надо заскочить, фильтр купить для табака. Вода у меня есть, все есть. В принципе, это вообще не лето. Ветер холодный. Где-то плюс 10 сейчас. Хочу, кстати, сказать то, что дороги офигенные. Они ровные. И дороги связывают города. Ну, велодорожки. Сейчас еще солнышко, наверное, должно выйти. Пока погода разгулялась. Почти заехал в городок, я оставлю, тут будет название, вот тут или тут, где-то вот тут. Осталось буквально 5 км, остановочку сделал. Это мой велик, который приехал с Питера. И вот такая природа напротив. Вдоль этой реки поеду как раз в Юпе. Маленький выезд в театр. Тут S-Market, взял то, что мне нужно. Вот, вода есть, батончики есть, все есть, по сути. Тервэтуло. Но тут очень красиво, я вам скажу. Идеальная природа для идеальных велопокатух, отдыха. Тут есть зона отдыха на озерах. Типа там домики сделаны. И там гриль есть, скамейки есть. Можно переночевать. Надеюсь, меня вот слышите вы. Да, город закончился. Вот такая природа. Это вообще идеально. Тут лес какой-то, я не знаю, домик какой-то вон там сзади. Вот. И этот. Тут я вышка какая-то. Хочу подняться. Я просто видео у путешественников смотрел. Вот такие вот вышки есть. Тут Торнин. Что-то там омыло востула. Кайф. Это что-то для наблюдения, я так понимаю. Олет хювела линту пайкала. Блин, красиво, очень красиво. Кайф. У меня просто много эмоций по поводу вот этого всего, по поводу поездки. Я ждал эту поездку очень долго. Почему я и у меня не выходили видео на канале, потому что у меня учеба, это раз. Кто им велик привезет на чинище, тем самым у меня редко будут выходить. Меняюсь. Я, конечно, постараюсь чаще выкладывать, но это не точно. Честно. Переезжал около моста. Вот. Ставочка будет, я просто для инсты снимал. И перед мостом встретил девушку-велосипедистку тоже. Не знаю, откуда она едет, но у нее сзади сумки, спереди сумка одна, куда-то едет. Мини-путешествие, кажись. Блин, была бы возможность, я вообще бы путешествовал на велике, это круто просто. Итак. Я на очередной остановке, это уже третья у меня остановка. На лошади катаются уже. Корт для лошадей. Я приехал сюда немного отдохнуть. Тут горка на горке, как всегда, все равно тяжело крутить педали. Придых мало. Если бы еще артлипу, как бы с этого артлипа закупить, это вообще идеально было бы. Потому что сумка у меня вообще, ну,
промокаемый. Забак, он нормальный. Хвост, он промокаемый. И, ну и передние сумки у меня есть, но считай, нету. Осталось 2,5 километра до центра Юпи. И это где-то 20 минут. И буду уже там. Вот. Я не спеша еду, мне некуда спешить. Как бы они еще только в 5 сейчас. Сколько времени-то? Сейчас без 10:05, они только загружаются. Ну, загружаются, так что у меня куча времени. Ну что, товарищи подписчики, я уже в Юпе, в центре где-то города, рядом магазин Сейл, купил себе попить энергетосика. Сейчас перекур и посмотрю, куда дальше ехать. Короче, такая тема. Сейчас стою, пью энергетику. Ну, полный мужичок подходит. Лопочет на финском. English, please. Он такой говорит, типа, where from? С Украины. Ну, я из Севастополя, с Крыма. Это Украина. Он такой, кайфово. И, короче, потом, слава Украине. Я такой, героям слава. Топ. Он мой день сегодняшний сделал. Потому что у меня с утра было плохое настроение. Вот этот автобус, вот этот, они уже приехали. Сейчас буду выдвигаться. Я думаю, короче, их догнать. Но это не точно, блин, у меня это самое спадает. Даже итог, я заблудился немного, но нашел позицию просто по автобусу. Я не туда заехал, проехал поворот. Тут театр. Вот. Открытый, типа, и сейчас что-то будет. Поснимаем немного для вас. Это турок. Вот. Сейчас первый акт закончился, вот, и нельзя было снимать, я ничего не снял, но я думаю, вам советую посмотреть Ани 97-го, по-моему, года, мюзикл. Вот, я скину ссылку, внизу будет ссылка, так что переходите по ссылке, смотрите. Мне понравилось, честно говоря. Даже, знаете, на английском языке не так интересно смотреть, как на финском. Самое удивительное. Выхватываешь и некоторые слова там знакомые, и немного смысл начинаешь понимать всего, что происходит. Там вроде раздают кофе, надо хлебнуть кофейка, холодно. Уже под вечер куртку взял. Благо с собой, так что нормально, тепло пока что. Что, все закончилось, сейчас выезжаем, выехали уже обратно в Форсу. Я на автобусе поехал. Сейчас без 10:09, полчаса езды. Я на велике не поехал, потому что вообще, ну, холодно будет ехать. Если было бы плюс 15, плюс 20, то вообще идеально. Вот, но как-то так.